немцы присутствуют на параде. И кажется, маршал Тимошенко, народный комиссар обороны Сталина, приветствует их с большим уважением. Урок истории. Чтобы мы не забывали свою собственную историю. Как вы думали, когда, как вы думаете, когда немцы приезжали в 1939-м в Беларусь и на Красную площадь? Обедали они там, спали, трахали ли они советских женщин? Какие виды половых услуг оказывали им в Советском Союзе? Сколько маленьких немецких мальчиков и девочек родилось? Хотя бы вот прямо от этого немца. Представляете, в 41-м ему, наверное, исполнилось 2 годика. Нет, точнее, не 2, наверное, годик. Красота, да? 39-й год. Если бы Гитлер не напал на Советский Союз, да? Интересно, как бы мы вошли в историю, а? Как? Представьте, что он не напал, а мы просто разделили Польшу, Финляндию. Мир бы проклинал не только Гитлера. Это нам повезло, что Гитлер еще на нас напал. Мы должны не скрывать нашей дружбы с Гитлером. Да мы и не скрываем. Мы должны быть начеку в отношении тех, кто видит для тебя выгоду. Да. В плохих отношениях между Советским Союзом и Германией. Да. В их вражде между собой. Да. Которые не хотят мира. Да вы что? Добрососедских отношений. Добрососедских отношений с Гитлером. Эти господа. Господа. Действительно настолько засуетились, что лезут из кожи до яйца. Да, не будем лезть, не будем. Главное, это дружба между советским народом и фашистской Германией. Дружбе с Гитлером говорит не рядовой коммунист, а второй человек в партии и государстве, Вячеслав Молотов. Yeah.